Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала, меня зовут Юлиана. Попросите у Вселенной второй шанс, если вы упустили первый. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Как часто бывает, что мы не сразу осознаем, что некоторые ситуации в жизни подразумевают не множество попыток, а одну единственную. Это относится и к личным отношениям, когда, не воспользовавшись предоставленным шансом, мы навсегда теряем человека из виду. Это относится и к возможностям, которые мы порой пропускаем мимо. И даже к таким обыденным ситуациям, когда не сразу покупаем понравившуюся вещь, а приходим за ней завтра, когда ее уже нет в наличии. Подобных ситуаций может быть сколько угодно, а вот вернуть время назад и отменить поспешный выбор, к сожалению, невозможно. Но Вселенная умнее нас, и потому особенно настойчивым она всегда готова предоставить еще один шанс. Однако и вторая попытка может не увенчаться успехом, если не воспользоваться дополнительным магическим приемом, которым я с вами хотела сегодня поделиться. Кроме того, важно помнить, что зачастую высшая сила действительно убегает человека от неприятностей, не давая свершиться той или иной ситуации. Например, отказ понравившегося человека или выгодного партнера часто говорит о том, что придет кто-то еще лучше. Но если вы уверены в том, что упустили самый лучший возможный вариант и хотите попробовать еще раз, обязательно это сделайте. Для того, чтобы попросить Вселенную послать вам второй шанс в любой день недели до захода солнца, подойдите к зеркалу, положите на него правую руку. Глядя себе в глаза, сначала проговорите ситуацию, для которой вы хотите попросить вторую попытку, а дальше произнесите магические слова. Глаза в глаза гляжу, Вселенную о милости прошу. Пошли мне могущественную вторую попытку. Дай мне еще шанс попробовать сделать дело. Дай удачи не сто раз сильнее, а хороший итог скорее. Да будет так. Эти слова нужно произнести 7 раз подряд. После этого постарайтесь ни с кем не разговаривать до вечера. Обычно практика срабатывает в течение месяца, то есть в течение 30 дней. У вас появится возможность попробовать еще раз сделать то, что вы планируете.